Привет, ты на канале ProGAVTO. И сегодня мы поговорим о новом видеоинтерфейсе AudioSource. В этом автомобиле установлен видеоинтерфейс AudioSource MIP218, который поддерживает всю платформу MQB линейки Skoda. Активировать его можно тремя способами. Первый – провести двумя пальцами по экрану, жестовое управление, а также, если зажать кнопку меню на 3 секунды. Видеоинтерфейс поставляется с лицензионной навигационной программой Navitel, а также вы можете установить любое навигационное приложение по вашему вкусу. Блок поддерживает установку любых приложений через Play Market. Использовать приложение так же просто и удобно, как на вашем телефоне или планшете. MIP218 оборудован модулем Wi-Fi, а также есть лоток для SIM-карты. Подключение вашего телефона доступно через функцию Mirror Link. Поддерживаются телефоны как на Android, так и на iOS. Интерфейс поддерживает любой видеоконтент, будь то фильмы или мультики. Видеоинтерфейс поддерживает работу датчиков парковки, а также добавляет динамические линии при установке камеры заднего вида. Доступен голосовой помощник Google. Погода на сегодня. Автоцентр ProGAVTO. Если остались вопросы, пиши комментарии под этим видео, подписывайся на канал ProGAVTO. До встречи в салоне ProGAVTO на Кольцевой.